Чтобы получились лимонные лебеди, желательно выбрать лимон покрупнее. Нарезаем его круглыми ломтиками. Каждый такой ломтик разрезаем на две дольки. Между мякотью и цедрой делаем прорез и отделяем цедру почти по всей длине дольки, оставив только лишь небольшой участок соединения. Цедру загибаем внутрь, к мякоти, наподобие ручки чашки. Составляем красивую композицию для оформления жаркого или блюд из рыбы и морепродуктов. Такое украшение будет отлично смотреться, если лебедей раскладывать по блюду отдельно друг от друга. Но можно расположить их группкой, так как будто бы они кружатся в птичьей стае.